Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня я бы хотел показать рисунки, которые чаще всего встречаются на полях тетради у учеников. Здесь я нарисовал 11 их штук, пронумеровал. Но я тоже был когда-то учеником, я тоже иногда рисовал. И самое мое любимое было это под номером 6 или 9. А какие рисунки вы любили рисовать или рисуете на полях в тетради? Напишите в комментариях. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Не забудьте нажать на колокольчик.